Всем привет! Вот обычный день пенсионерки, которая сидит дома зимой и занята своими делами. Вот решила постирать для начала. Сейчас вытащу белье. В городе сушить же негде, только дома, вот на таких вешалочках, или как правильно еще сказать. Сейчас развесю белье. А, это уже высохло у меня. А это теперь мокрое. Буду развешивать. То ли дело летом на улице, на свежем воздухе. Все высохнет на солнышке. И так хорошо. А еще и вкусненько пахнет. А в городе вот приходится покупать ополаскиватель такой вкусненький, чтобы вкусно пахло. Иначе вообще будет. Ну вот, белье развесила. Очень хорошо. А теперь я хочу на себя посмотреть. Живот такой вырос. Ого-го. Надо бы гимнастикой заняться. Раньше я занималась, а сейчас из-за своего давления что-то и заниматься. Надо будет заняться в скором времени. Но все равно я же красивая. Как-никак. Каждый человек по-своему красив. Теперь решила полы помыть. Тоже гимнастика полезна, чтобы жиры сгонять. У нас, правда, есть пылесос, который вначале собирает пыль, потом наливаешь воды, и он моет полы. Но я попробовала, он такой тяжелый, что никак. Лучше вот так швабры. Раньше я вообще руками мыла, а теперь вот. Всякие придумали пылесосы да швабры. Надо, чтобы побольше заниматься физическими делами. А не сидеть тупо перед телевизором. Так, одну комнату помыла. Пошла другую мыть. Сейчас тут пыль соберу. У нас же мурка. А от нее эти волосы прямо лезут и лезут по всему полу. Шерсть. Волосы. Шерсть. Вот ходишь, собираешь, сейчас соберешь мокрой тряпкой, а они опять. А теперь я, значит, решила салатик сделать детям. Наши дети не знают, чем их кормить. Это они не едят, это они не едят. Вот придумываешь постоянно каждый раз новую еду. Решила в этот раз сделать салат. Он называется мясной. Ну, это с колбасой, с картошкой. Оливье называется. О, вспомнила. Забыла. Тоже как салат называется. Вот, сижу, все чищу. Сейчас быстренько заправлю. И салатик будет готов. Это наша кухня. Ну вот. Скоро салат будет готов. Быстренько все начищу. И можно будет поесть. Кто любит готовить? Я вот, например, не очень люблю готовить. Каждый раз что-то надо придумывать новенькое и новенькое. Столько много времени отнимает. А это, кстати, огурцы мои соленые были, которые я сама солила. У меня их много выросло. А это у меня тут варится мясо, а это капуста. Ну вот, и щи готовы. Очень вкусненькие, солененькие. Приходите ко мне на обед. Ах, какие вкусные, красивые. А вот и салат готов. Оливье. Так что приглашаю всех на обед. Вот тут немного не у меня хожу. Это мы ездили в город Керчь на море. Вот гуляю. Как хочется в лето, чтобы было солнце и было тепло. Давай я тебя сниму. Погрызи игрушечку, а, Лаки? А, Лаки?
Лаки, 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 Лаки. Где твоя игрушечка? А? Лаки. Ты что, опять кушать пришла? Ты же недавно ела. А? Лаки. Лаки. Чего ждешь-то? Лаки. Лаки ждет, чтобы ей тоже что-нибудь дали. Да? Лаки. Ждешь, чтобы тебе что-нибудь дали? А? Девочка. Лаки. А что, она тявкать вообще не умеет, что ли? Скажи, гав! Гав! Зачем? Че перестал? Гав! Скажи, гав! Ну, сама все боюсь. Гав! Лаки, гав! Гав! Ты вчера ее все гладил, живот ей. Гав! Скажи, гав! Лаки, Лаки! Ну, что ты ее закрыл? Я ее снимаю, ты ее закрыл. Лаки, скажи, гав, 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 гав! Скажи, что пристали-то, надоели? Тогда я без вас знаю, что мне гавкать, не гавкать. Да, Лаки? Что не съела. Да, Лаки? Лаки, что еще хочешь поесть? А? Скажи, дайте мне кусок мяса, я сейчас как съем, и будет ого-го, как вкусненько и сыто. Да, Лаки? Девочка хорошая. Да?